шикарным ударом открывает счет в этом матче. Абсолютнейшая бомба у нас. Они красиво, они умеют забивать в этом сезоне. Не стали путаться. В стенку вместе с Мельниченко встают на сетке. И Газарян бьет! Кудряшов и шикарным ударом открывает счет в этом матче. Прямо в девятку направляет мяч. Иван Кудряшов, играющий под 24-м номером, формально в угол стенки закрутил. Играть достаточно ярко. Обе команды стараются это делать. Вот как раз-таки сегодня у них хорошая возможность это сделать. Ух, какой голешник! Ух, какой голешник! Ничего себе! А вот и он. Давайте смотреть. Амиралиев, обратите внимание. Раз накрутил. Два. Он требует, чтобы Лупов в ворота попал. Удар. Хорошо. Бог ты мой, 1-0. Вот это Луп подал, конечно. Вот это выстрел из своей пушки просто. И 1-0. 9 появлений. Желтая карточка. Какой. Высота. Слушай, и было-то ведь не близко. Сколько? Метров 25 по ощущениям, да? Как дал дальний. Шестаков удар! Они красиво, они умеют забивать в этом сезоне. 2-1. Фантастика! Передача на дальний угол после углового. Подбор! Вот это гол! Абсолютнейшая бомба у нас во второй лиге в матче «Динамо-2» текстильщик Иванова. Улыбаются и машут футболисты болельщикам, а те им в ответ, потому что это нечто невероятное. И, наверное, пожалели сейчас фанаты.